Большое спасибо, уважаемый господин премьер-министр. Только что вы сказали о проектах логистики. Это очень важное направление сотрудничества в регионе. И еще важнее, что вы положительно относитесь к тому, чтобы эти проекты осуществлялись и с Азербайджаном, и с другими странами региона, о чем мы постоянно в течение последних лет много говорим. И очень приятно отметить, что начался процесс демаркации, делимитации границы, а это верный путь действительно к мирному договору. И то, что вам удалось в ходе нашей сегодняшней работы обменяться мнениями с президентом Азербайджана, уже это идет в плюс нашему сегодняшнему мероприятию. Спасибо большое.